Всем доброго времени суток, на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня с вами инди-хоррор под названием Locked Up, что в переводе обозначает «взаперти». Перед просмотром ролика я хочу попросить вас подписаться на канал, прокомментировать, поставить лайк, и все. Давайте начнем. Очень громкий звук сделал на 50%, громкость музыки никак не поменялась. Так, что мы имеем? Мы стоим в комнате, картины, часики тикают, телевизор с кассетником, с этим, с видаком. Что-то так тускло, что ни хрена не видно. Давай посмотрим здесь в настроечках. Гамма, это что такое? Во, гамму. Давай мы гамму вот здесь вот оставим, чтобы... Ну, потому что если ты будешь смотреть с телефона, то это вообще капец, как будет плохо все. Нормально вот так вот будет? Я думаю, что да. Опа, ключик. Что мы имеем с этим ключиком? Take dismiss zoom slide. Чего? А, ну мы возьмем ключик, потому что... Обосраться. Хатушки-то, блядь. О, круть. А как ее это, самого... Закрыть-то можно ее, нет? Можно вглядываться. Так, там закрыто, там никого нет, не пускают сюда. Так, there was что-то... Они... А, здесь массово убивали людей, и suspect вас арестовали, что-то были арестованы. Perhaps this is... Работал... Больше культов, что-то там. Мы выглядели для лидеров Headquarters Long with с другими протипикантами. Ну тебя нафиг. Так, что-то подтормаживает немножко игрушка. Я не знаю, наверное, из-за того, что я поставил ограничение FPS. То есть, я поставил на 60 FPS, но я думаю, что он просто при этом ограничении... Искусственным он тормозить, наоборот, начинает. Сигаретки, пепельницы, часики завязывать. Ой, блядь. Так, стендбай. Кассету, что ли, надо найти? Я понял. Так, выключись, ну тебя нафиг. Что нужно сделать-то? Что мне нужно сделать? Тут дверь вообще искусственная, непонятно, что с ней нужно делать. Так, а здесь что написано? Здесь тоже что-то самое написано? Или я что-то не пойму? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А можно зум слайд? Тут написано зум слайд. Можно всмотреться. В мужика можно смотреться. Можно смотреться в фотографии. Теслу, что ли, фотографировали? Ну, похож очень-очень. С усиками. С усиками такой весь сидит. Смотрит на тебя. Так, часики здесь. Картина какая-то. Вот еще картина какая-то. Ну, что мне с ними сделать нужно? Что? Это симулятор хождения по комнате или хоррор в конце концов? Имейте совесть. Сделайте нормальное что-нибудь. Ну, не то, что нормальное. Она весит гиг 2. То есть, ну, блин, такая-то прожорливая, большая игрушка, в принципе. Для... Ой, ты чего висишь-то? У меня сейчас вот есть огромное желание поставить настройки на высокие и снять ограничения на, ну, FPS, потому что, ну, что-то как-то прям очень-очень-очень-очень грустно все это выглядит. Да открой ты, ёб твою мать! Что ты за зверь такой? Можно присаживаться, садиться, там, прыгать, бегать? Ничего нельзя делать. Даже бегать нельзя, значит, нам убегать ни от кого не придется. Подушка. Классная подушка. Что мы должны с ней сделать? Фотография. О, можно так ее взять. Ну и чё? И чё? Ну здорово. Мне нужно протыкать все предметы или... Или что? Что от меня требуется? Я не понимаю. Фотографию какую-то посмотреть взять или что? Вот шарик не раскрывается ни на одной фотографии. Подвисает игрушка. Вот это очень сильно не нравится. Блин, я не знаю, меня вообще слышно или нет сейчас. Потому что я себя не слышу. Я себя не слышу вообще. Открыть не открывается. Выключись, блядь. Не шуми, пожалуйста. Бесишь меня. Пу-пу-пу-пу. Что делать-то? Все висит, блядь. Как будто я не знаю.
Что нужно с этой фотографией сделать? Ничего нельзя с этой фотографией сделать. Можно бежать с ней, нет? С ней нельзя никуда идти. Никуда идти нельзя с ней, понимаешь, нет? Пара-па-па-па-па. Так, что здесь можно? Окошки отодвинуть. Можно посмотреть, что там находится? Нет, нельзя. Как флешлайт? Флешлайт не работает ни хрена. Инвентаря нету никакого. Я все... О, блядь. То на В. Умно, блин, да, вообще не поспоришь. Во, прям сразу висеть все перестало. Ну и чего, зум-сайт. Я понял все, что тут написано. Мы прочитали только что все на английском, как положено. Здесь закрыто. Здесь закрыто, в конце концов. Там ребенок плакал, смеялся, хохотал. Непонятно, что он там делал, но было что-то с ребенком связанное. Потому что я слышал, ты тоже слышал. Ключ-то я взял. Ключ взял, а инвентарь есть у нас? А чё ключ-то был? Ёб твою мать, серьезно! На правую кнопку мыши использовать. Ну, вначале хотя бы показали бы. Это ты смеёшься, голожопый. Ты чё брата своего выбросил, а? Дурак, что ли, совсем? Не пойму. Ты чё, вообще, что ли, с головой не дружишь? Он простынет там, у окна лежит. На холодном полу-то, а? Музыка. Часики. Рисуночек. Это ты рисовал? Говно рисунок, никто тебя не купит. Хотя, может быть, в современном искусстве тебя поймут. Там все так сейчас рисуют. Это модно. Ну и чё? Ну, слушай, ты залез обратно. А ты его не прогоняй, понял? Вот, то-то же. Так, эти не открываются. О, эти тоже не открываются. Что-то прям все позапирали в моем жилищном доме. Блин, взяли, закрыли все. А, ты игрушки все повыбрасывал, скотин ты малолетний, неблагодарный. Вот тебе покупают игрушки, а ты их выбросил все. Еще и брата своего выбросил. Или сестру хренову не знает. Ну, походу, сестра, потому что иначе ты как-то, ну, ничего, никак не объяснишь это. А, вот так, что мы здесь опять имеем? Я так понимаю, что в той комнате мы тоже все сделали, и нам нужно вернуться обратно. И все? Можно обратно возвращаться? Оп, молодец! Я вот прям вот все правильно ты сделал. Все, как я тебе сказал, нужно было сделать так вот. Собрать игрушки, и молодец, брат своего, сестру, забыл вернуть обратно. Но все равно, ладно, ты молодец, справляешься. Картиночки, прикольно, да, прикольно, картиночки. Описания никакого нету, картиночек, ничего нету, и, в принципе, что от меня хотят вообще, я не пойму. Что в этой игре нужно сделать? Я подразумеваю, что ничего, потому что здесь все позакрывали опять, ничего не открывают. Игрушки ты сложил, молодец, все. Крест висит вон, все как полагается вообще. Музыка не включается. Идем обратно. Я предполагаю, что нужно ходить из комнаты в комнату, закрывать дверь и... О, таблеточки с газеткой. Газетка. А это оттуда газетку-то. Ну, блин. Опять... Обижает твоего братана. Блин, сестренку брата почему-то говорю. Брата да брата. Сестру обижает. 5 человек умерло, 2 что-то там injured in the collision between a motorcycle and a pickup truck, но в November 11, 1986 год. Ни хрена себе дата какая. Сейчас я вернусь, подожди, слушай. Подожди, не кричи, не ругайся, я сейчас все сделаю. Так, мне бы кассетку бы найти, я хочу кассетку посмотреть. Что-то, наверное, показывают, интересное. Фотографии. Так, ну, в принципе, все пока на месте, все. Опа! Ты ёб твою мать, да ты заколебал уже буянить. Ну, в конце концов, кто игрушки-то разбрасывает? Имей ты совесть. Опа. А, ладно. Чё, у нас здесь ничего не поменялось? Это тоже закрыто. Сестра лежит на полу. Все лежит на полу. О, картинка какая-то бредовая. Я не знаю, смотрел, я не помню, не запоминаю даже. Дверка у меня закрылась. Сказали, что вот, ну, ебись как хочешь с этими... Вот этими вот всякими беспорядками здесь сам. Ремонт здесь уже давно пора бы сделать. Потому что, ну блин, ну здесь как-то прям уже неуютно становится. О, мячик! И чё? Блять. Уй, тихо ты, ёб твою мать. Ты чё делаешь-то? И что? Я должен
сложить все игрушки. Не, ну он больше ничего не хочет, нет. Ну серьезно. Он сам их разбросал. Он сам их разбросал. И хочет, чтобы я их сложил ему. Не, ну это не дела. Это вообще это не культурно, по крайней мере, как я считаю. Ну. Ну чё ж, прогинаемся под ребенка, под вот этого. Хохотушки все тебе. Почему-то она тут вот смеется, я не понимаю, почему. Открыли мне дверку, сказали, можешь зайти. Спасибо большое. О, газетка, сколько, смотри, ни хрена себе. А, почему их нельзя почитать? А, очень печально. О, венцо. Венцо, это молодцы. Опа, фотография. Фотографию надо отнести. Так, вот, давай мы тебя закроем нахер, потому что нельзя, да, уже положить обратно. Фотография это вот оттуда, да, это я помню. Закройся. Ну тебя нафиг, вот закрыть. Опа. Что-то бутыли здесь, конечно, наложили, в конце концов. Что за алкашня здесь живет? Пу-пу-пу-ру-пу-пу-пум. Так, а что делать дальше-то? Дальше что делать? Все фотки на месте, все на месте. Опа! Куст пропал. По-моему, здесь цветок рос раньше. Сейчас не растет. Мне вот бесит, что вот она очень тормозит при этом освещении. То есть я вот выключаю. И нихера не поменялось, я понял, ладно. Зато в 60 FPS. Я не вижу здесь 60 FPS. Хрыш тикать, блядь, меня бесишь. Ну, пойдем обратно. Блин. Да не скрипи ты, я тебя смазывал недавно только. Опа! Дети пропали! Напухались и пропали. Ну кто так делает, да? Напухались и пошли буянить. Ух ты ж, блядь. Сатанисты, ёб твою мать. Да. О! Здорово, мужик! Подожди, я сейчас картинки посмотрю и приду. Их нельзя посмотреть, ёб твою мать. Мужик! Ёб твою мать. Да не... Ну откройте! Откройте в конце концов. От... Них не хочется открываться дверь, они... О, блядь. Мужик, ты куда пропал-то? Включи телевизор, мне с ним спокойнее. Хоть я, наверное, ничего это нет, но... Я надеюсь, что меня будет слышно за этим телевизором, так как он очень шумный. Я прям вообще за ним ничего не слышу. Дети пропали. А, кстати... Чё я не пойму? Опять он... Я хочу обратно отнести. Можно? Нет? Нельзя. Блин, что за бред? Дверь закрою. Эту можно открыть? Эту нельзя открыть. Эту можно... Ты чё, долбоёб? Долбоёб. Куда все стучатся? А, там стучат. Здорово. Блять, как громко. Там стучаться в двери нужно открыть. Открыть, потому что, ну, потому что это не серьезно. О, коридорчик. Часики. Тик-так. Дверь закрыта. Куда идем? Что делаем? Непонятно ни хрена. Да хорош, блять. В зеркале мы не отражаемся. Ну, в принципе, ничего удивительного. Я вижу тень. Убежал. Сел. Здорово! Блин, галюны-то какие, ёб твою мать! Наркоман! Так, здесь пока ничего не поменялось. Опа, дверка приоткрылась. Да ёб твою мать, не дадут мне посмотреть, что там происходит. Ты, блядь, дети буянят. Да набухались и буянят. Конечно, что будем еще делать-то? Нет, музыка противная, это вот эта старая. Что они там делают, блин, с такими звуками? Это опять-нибудь балуются со своими сатанистскими этими штучками всякие. Прям пентаграммы там рисуют, еще какую-нибудь ерунду. Что мне нужно сделать-то? Подушки нет, подушки нету. Подушка куда-то делась. Может быть, подушку нужно вернуть? Нет, подушку не нужно возвращать. Они тут набухались таблетками, объелись, блядь, и сидят, радуются жизни. Ёб вашу мать, в конце концов, имейте совесть, ребятки. Башкой стучится, что ли? Нет, это мячик он играет. Я не могу попасть туда, я не могу туда попасть, мне это очень грустно. Мне от этого очень грустно, и, блин, что я могу сделать? Дверь не открывается, блин. Бля, я оборжаться не могу. Ой, сил нет, просто смешно как. Да пусти ты меня, тварь! Там что-то открылось, там что-то закрылось. Чё? О, картинки... Блять, можешь посмотреть картинки?
Я вижу, что они что-то призывают, что-то... Ёб твою мать, вы что тут, детей что ли зарубили? Или друг друга зарубили дети? Что-то непонятно, что происходит вообще? Кровью какие-то, грязью обляпались. Не моетесь, что ли, в конце концов? Имейте совесть. Имейте совесть, люди! Здорово! Что-то, блядь, не пускают меня к телевизору. А, блядь! Ты что делаешь-то? Не бреши меня, собака, блядь. Очень страшно, обосраться просто. Ага. Свечек поназажигали. Точно сатанисты, блядь. Семья такая. Сатан, ну я ж тебе говорю, блядь. Здорово. Топор можно взять? Я буду им драться. Потому что без него вообще неспокойно как-то. О, дитё! Вы чё? Псы! Я сейчас органы опеки позвоню. В органы опеки позвоню, они вас быстро тут это, блядь. Это, как сказать-то, закроют. Потому что, ну, это не дела. Опа. Все. Игрушки надо опять собирать, что ли? Ну, поднимись. Опа. Громко как? Громко-то как? Подожди, сейчас. 5 секунд. Прям очень громко. Твою налево. Как же это громко. Блять, не легче стало. Музыка вообще здесь не меняется. Что, быстрее бы, блядь, закончилось это все дело. Ёлки-палки, имейте совесть. Стас, разработчики, сделать отдельную графу для музыки. О, блядь. Лампочки поколотили еще. Громко, громко, громко. Все ждем. Да, попробуй. Меня абсолютно не пугают вот эти. Ой, не могу, блин. Меня абсолютно не пугают вот эти звуки, потому что, знаешь почему? Потому что, блин, и так все шумно, ни хрена не понятно. О, кресло пропало, картинки все пропали, газеты, блин, забетонировали все, хренам собачьим. Имеете вы совесть или нет? Я вот сколько раз это повторил, вот совести вообще нету этой семьи. Просто вот стену замуровали. Дверь, откройте дверь, пожалуйста. Ну, блин, ну елки-палки, ну что вы за люди такие, ну? А, че я ищу сейчас? Че я делаю вообще? Блин, ребенка в центр пентаграммы положили. Крови все стены измазали. Вот что за люди, а? Что вы делаете? Что у вас с головой вообще? Вы в своем уме, нет? А, кассету-то мне кто-нибудь даст, нет? Сегодня. А че, где звук? Че, все, кончился? Нету больше? Ну, а, может, мне дверь надо закрыть? А вот эту открыть? Нихера. Пацан, где здесь это кассета? Кассету мне надо найти. Потому что кассета, она... О, может это? Нахера сделали, блин, открывающиеся ящики, которые не открываются? Что за люди? Что за люди делают такие игры? Вы... картины. Картины здесь точно нет. Может надо выключить этот? Нет, не помогает. О! Ёпта мать, открыли, наконец-то, в конце-то концов. Кто там открыл, если это все закрыто? Очень странно. Опа, кассета! Кассетка. Да я возьму, конечно. Insert. И чё? Ну... Погнали смотреть видеоролики. Ёп твою мать. Красота какая. Тараканы бегают, блин. Чё происходит? А, ни влево, ни вправо я не могу пойти. Слушай, прям красиво как, а? О! Бобёк, ты чё, дура, что ли, совсем? Ты нахрена на табуретку залезла? Блин, противно очень. Вот этот вот VHS эффект, это прям... Там не открывают, и там не открывают.
Thank you, говорит, for playing. Published by Emika Games, freesound.org. Пожалуйста, за игру Emika Games. Прикольная игрушка, но, типа, очень громко. Сделайте настройку, пожалуйста, музыки отдельно. Музыки. Не только звуков, но и музыки, потому что вот общая громкость, это общая громкость. Музыку не нужно такую громкую делать. Она очень мешает. А на этом я хочу закончить. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.